Недаром говорят, красота в глазах смотрящего. В Барнаульском Нагорном парке появился бинокль. Теперь насладиться панорамой города и всем его великолепием можно под новым углом и в новом масштабе. Все, что для этого нужно, подняться по центральной лестнице, найти смотровую площадку и уделить пару минут созерцанию. К слову, стоит это удовольствие совсем недорого. Жители города не проходят мимо нового бинокля. Заинтересованно останавливаются, смотрят и делятся впечатлениями. Много разных домов. Там железная была штука. Церковь было видно очень хорошо. Машины, парковки, трамваи. В Алтайском крае много популярных среди туристов смотровых площадок. В Белокурихе, Бийске, Смоленском районе и в селе Сростке. Однако уличный бинокль есть отнюдь не в каждой из них. Установить бинокль в Нагорном парке решила местная жительница и предпринимательница. По ее словам, новый бинокль будет работать круглогодично. Дарья Эндерс, Роман Хайруллин, Новости.